Привет, привет. Мы продолжаем проходить мастер уровня. И этот особенно классный. На мой взгляд, итак, берем дробовик, взрываем бочки и взрываемся вместе с ними. Да. Это самая сложная часть лично для меня, но ничего. Все остальное будет нормально. Да. Я, наверное, даже вырезать не буду. Итак, ладно. Берем дробовик, взрываем бочки, стараемся не взорваться так же. Завалим вот этого чувака и идем в правый лист. Здесь ракетница нас ждет и еще кое-что. Итак, берем супер дробовик, прорываемся в этот коридор, уходим сюда, тут нас ждут уже. Сзади тефтелька появилась. Пока ее оставим, надо с этими разобраться. Так. Надо пулеметчиков избавиться. Да, это вроде все были. Добить ревенанта нужно. Вот этот персонаж. Посмотрим, никого ли мы не забыли. Ну да. Итак, поднимаемся вот сюда. Это нам опустит эту штуку. А эта штука опустит вот эту стенку, чтобы мы могли взять гранатомет. Так, убьем вот эту вот штуку. Отлично. Открылась еще эта комната, но мы в нее пойдем позже. Сначала вам нужно вот в этот лифт. Прыгиваем вниз. Убиваем спектра. Нажимаем эту кнопку. И поднимаемся наверх. Берем мегасферу. Открываются вот эти вот окна. Прыгаем в одну из них. И убиваем монстров. Нам нужно нажать вон ту кнопку, которая за бароном. Отлично. Она поднимет ступеньки. Их отсюда не видно. Да, но... они есть. Потом нам нужно подняться выше. Вот они, ступеньки, кстати. Так, мы под ним поднимаемся в верхнее окно. Добиваем барона. Появляются пинки. Но ни к чему. Итак, как только мы подойдем к синему ключу, откроется стена вот здесь. Куча демонов. Странно, по нему стрелял Арахнатрон, но он не захотел с ним воевать. Ну да ладно. Берем синий ключ, здесь еще контейнеры. Ну и да, наверное, возьмем. Ну все. Возвращаемся в предыдущую комнату. О, нас уже встречают. Тут еще один. Ой. И сейчас будем потихоньку зачищать эту местность. Нажмем вот эту вот. Здесь откроется стена.
Ой. Тут не видать почти. Эту стену можно опустить. Мы здесь добьем всех и воспользуемся. Ага, вот эта стена еще открывается. Таким вот залом. Колонны здесь также можно открыть. Сейчас избавлюсь от некоторого количества врагов. Желательно ото всех. Колонна открывается. Опускаются, точнее. Просто вот использовать можно нажатием. Собственно, все. У них всякие вкусности. И не только. По очереди все откроем. Так, вот здесь Hell Knight. И вот в этой Hell Knight тоже. Так. Ну вот это вот стоит открывать в последнюю очередь. Вот почему. Красный ключ находится. Возьмем его и откроется шкафчик со скелетами. Ну да, ну да. Скелеты в шкафу и все такое. Ага. Итак, наверху колонн находятся переключатели, которые открывают эту дверь, иначе ее не открыть. Вот здесь мы нажмем переключатель заранее, потому что когда мы возьмем броню, да, дверь открылась. Так вот, когда мы возьмем броню, он начнет опускаться, и тут будет вот это. Убираем тут все вкусности. И с помощью этой колонны прыгаем. Ой. Да. С помощью этой колонны нужно выпрыгнуть в дверь. Отлично. Расстреляем заранее баронов. Ладно, это неудобно. Используем эту стену, чтобы подняться повыше. Так гораздо удобнее. Когда пройдем здесь, появятся еще враги. Что такое? Это было опасно. Ну да ладно. Итак, с помощью вот этой стенки заходим сюда. Берем всякие здесь вещи. Теперь проходим вот по этому карнизу аккуратненько. Здесь будет пулеметчик. Заходим вот в эту стену. Здесь небольшая драка. Включиться. И заходим сюда, это считается как секрет. Мегасфера. Да, очень приятно. Так, ну и собственно, мы получили красный ключ. Выходим в старт робус, спускаемся сюда. Сейчас мы его добьем.
что-то там. Выходим сюда. Я заранее хочу расстрелять у некоторых ребят, потому что... Ой-ой-ой-ой-ой. Было неаккуратно. Так, ладно, я больше не буду это делать. Лучше... И ты сюда залетел, а? У меня крайне мало здоровья, надо сказать. Ну да ладно. Опускаем эту колонну, забираем плазмоган, убиваем скелетов. Нажмем эти переключатели. Один поднимает подоконник, второй открывает дверь. Бесполезно, но окей. Дверь можно открыть и вручную. Так. Ну, более-менее. Так, когда мы подойдем сюда, откроется шкаф с бароном. Расстреляем его побезопаснее вот отсюда. Там ребята внизу уже воюют. Это хорошо. Я хочу их переманить вот сюда, чтобы... Здесь можно было спокойно выйти. Относительно спокойно. Немного сократим здесь популяцию всяких тварей, чтобы было посвободнее. Вот эту штуку нужно убить как можно скорее. И этого скелетика нужно заранее убить. Вы видите почему? Рептилия живая еще? Больше нет. Итак. Нам нужен желтый ключ. Он находится вон там, как видите. Но здесь нет ступенек. Это значит, что нам нужно их построить. Но скелета я хочу добить сейчас. Для этого нам нужно зайти... Секунду. Так вот, для этого нам нужно зайти вот в это здание. Опустить этот лифт. Так, а где спектр? Там, да. Открываем эту дверь. Потом опускаем вот это вот. Вот это вот, я не знаю, что это. Здесь открывается стена, но это не секрет. И здесь открывается стена. Это также не является секретом. Если мы аккуратненько пройдем здесь, мы можем взять эту синюю сферу, и она тоже не секрет. Далее мы заглянем в это окошечко. Возможно, секрет здесь. Мы можем упустить подоконник, чтобы зайти. А потом вот эту стену. И вот это уже секрет. Нажимаем этот переключатель. Здесь можно понять, что лучше заранее расстрелять имбов, как я это сделал. Из окна. Ну да ладно. Возвращаемся обратно на карниз. И перепрыгиваем вот на это здание. Опускаем вот этот вот, вот этот проход. Заберем здесь ресурсы.
И заходим вот сюда. Здесь появится два Кодемона и Ревенант. Несколько ракет, и все в порядке. Нажимаю в этот переключатель, чтобы построить ступеньки. И защищаем здесь область. Итак, платформа не опускается, соответственно, нужно либо что-то нажать, либо куда-то спрыгнуть. Этой кнопкой мы открываем лифт, которым воспользуемся попозже. Так, мегасферу оставим на потом. И нужно прыгнуть сюда, но ловушка. Замечательно же. Так. Взялся. Ну ладно. Прыгаем еще раз. Ну, тут уже мой косяк. Ничего страшного. Ну и используем свежеоткрытый лифт, чтобы открыть эту дверь. Однако, когда мы откроем, не нужно стрелять. Нужно... Я понимаю, что хочется, но нужно сначала сбегать вот сюда. И убить этого парня. Потому что если мы... Ну и заберем карту, конечно же. Потому что если мы начнем там стрелять, то Арчвайл придет туда и будет уже не так просто его убить. Ну не то чтобы это сильно усложнит задачу, просто так будет проще. Он начнет воскрешать там всякое и так далее. Не самые лучшие времена наступят. Добьем тут всех. Так, ну, я надеялся, что ракета попадет в барона, но ладно. Я порой слишком люблю заигрывать с инфайтингом. Итак, все, что мы получили, это вот эту кнопку, но куда же идти? Ничего не открылось. Но, к счастью, у нас была автокарта в комнате с Арчвайлом, которая нам показывает, что вот здесь еще есть область. И это своеобразная такая подсказка, что нужно идти туда. Не то чтобы гениальный дизайнерский ход, но тем не менее. Берем сферу, потому что все равно мы сюда не вернемся. И идем опять же в стартовую локацию. И на этот раз зайдем в центральный лифт. И тут действительно открылась новая область. Не то чтобы много есть о чем поговорить, просто убиваем всех. Ой. Ну и не даем себя зажать, разумеется. Баронов пока не трогаем, оставим их на сладкое. Ну да. И мы даже их стрелять-то по ним не будем, потому что их можно убить гораздо более изящно. А именно зайти вот сюда и нажать эту кнопку. И эта кнопка активирует крашер.
Ну, а пока они умирают, мы пойдем сюда. Так, не надо наступать в этот портал, он не для нас. Просто не для нас и все. Я потом покажу. Для начала поубиваем монстров здесь, чтобы не мешались. Можно было. Так вот, выпрыгиваем в окно, убиваем вот этих вот ребят и пройдем дальше, и нам покажется кибердемон, и, как можно догадаться, портал как раз таки для него. Отойдем сюда, пока займемся вот этими вот ребятами. А как ты? А как он прошел? Тут невозможно же протиснуться. Он слишком широкий, чтобы пройти мимо портала. Как так? Ладно. Не будем отходить от плана. Ой. Заманим его в портал, как и должно быть. Возьму мегасферу на всякий случай. Да, это, дружище, иди сюда. Вот так вот. Так он прошел. Ну да ладно, все. Теперь он на своем законном месте. Так, крашер его зажал, он не будет больше по нам стрелять. Добьем инкубусов. Так, лучше отойти. Можно его, конечно, телефрагнуть, но рисковать как-то не хочется. Да, он последний остался. Поможем ему умереть. Ну и все. Кибердемон, собственно, охранял выход, которым мы сейчас воспользуемся. Да, все на месте. Мне очень нравится этот уровень. В рамках мастер уровня, опять же, в рамках этого комплекта, он просто классный. Архитектура уровня, может быть, визуал так себе, но вот бои и вот вещи, которые происходят, они, ну, они просто классные. Мне понравилось проходить этот уровень, я получил много удовольствия. Собственно, да. Это до сих пор это лучший уровень из комплекта Master Levels. Да? Так что, если и советовать что-то из этого играть, то именно этот уровень я бы посоветовал в первую очередь. Ну да ладно. Спасибо за просмотр и всего доброго.